Всем привет! С вами Незерамс, мы продолжаем проходить. Собственно, пятый раз он девал. Ух ты ж, целую тысячу стоит. Ну, пока что, ну тебя нафиг, дробовик. Так, тебя тоже. Я понял, что пистолет я все-таки... Ой, не тот пистолет, вот этот пистолет. Все-таки не стоит убирать пистолет, это такое универсальное оружие. Так, гранатомет светошумовой. Это полезная вещь. Так, сенсорная мина уходит, это уходит. Ну, точно надо же. Вот так вот сделать. А, это сколько стоит? Ух ты, 2000. Да ладно. Так, магнум. Пока не буду. Брать. Хотя чувствую, он мне мог бы пригодиться так. Сюда. Патроны. Хотя, знаете, давайте я возьму магнум. Не буду пока заправлять его с помощью денег, потому что слишком много пропадет. И травинку дадим Шеве. Давайте начинаем следующую главу. 6-2, кажется. Если я ничего не путаю. Да, 6-2. А, окей. Главная палуба. Ох ты ж. Как здесь все весело, однако. Ну, медалька у нас больше в игре не будет. Мы, по идее, схавали все, что были. Что здесь произошло, черт возьми? Аксела, что происходит? Всему миру 6 миллиардов предсмертных криков породят новую жизнь. Извини, Веска, не на моей вахте. Альберт, ты обещал, что мы вместе изменим этот мир. А? За что? Я думала, они заодно. Вескеру ни до кого нет дела, кроме себя. Скоро даже ты это осознаешь, Крис. Всего один взгляд на мой новый мир. И на тебя снизойдет понимание. Покажись! Увы, для тебя слишком поздно. До рассвета ты не доживешь. Извини, Аксела, но похоже, Ураборос отверг тебя. Но ты была ценной помощницей. И вот мое последнее поручение. Альберт! Что за черт? Прощай, мой старый друг. Да. Это что-то было как-то странно. Что-то аж игру подплющил. О, с самого начала.
потолще. А что тут за сталки можно пропускать, серьезно? Представляю, каково было бы, если бы тут не было пропускаемых заставок. Так, ну тут у нас вроде вот так все идет. Уклоняемся, уклоняемся, уклоняемся. И беги, 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 беги. Сюда. Фух. Не люблю как там ивенты. Бах. И что дальше? Думаешь, наше оружие ему хоть что-то сделает? Без понятия, но лучше драпать, пока он тут все не разнес. Да, в общем, это хрень. Сожрала ту гору трупов. Он рвет корабль на части. Нам нельзя тут оставаться. Из каждого нового трупа увеличил свой вес. И объем. Ну что, теперь это хреновина вон каких размеров. И, по-моему, это еще и даже не максимальный его размер. Насколько я могу помнить. Патроны. О, какая-то хренотень. Золотая чашка. Так, ну тут, в принципе, вроде более-менее нормально получается. Главное не отпускать палец с кнопки действия вот этой. Так, вот это мне, кстати. Спасибо, партнер. Держи. Так, и держи. Спасибо, партнер. Она подобрала и отдала мне. Неплохо так. Стоп, это дверь. Я из нее пришел. Да, я вроде отсюда пришел. Патрончики дробовика. Полезности, полезности. Бери. Ясно. Ну тут ничего нет. Ну корабль медленно, но верно собирается развалиться. Боже мой, но он и вымахал. Конечно, весь корабль, мне кажется, оно вряд ли поглотит. Но часть корабля вполне оно могло бы поглотить, я думаю. Ух ты ж. Он даже своих рубит. Я так понимаю, у Ураборос не очень контролируется. Что нельзя просто так взять и сказать, кого можно бить, кого нельзя бить. Видимо, Ураборос не обладает интеллектом. Еще одна чашка серьезно. Понятно. Шел, как обычно, в своем репертуаре смешала две зеленых травы. Ну да ладно. Так, спать. Дуали идет нафиг. О, магнитная карта мостика. Не, ну Дуали это такой противник, которого надо убивать только чем-то типа вот этого. О, это что такое? Блокнот Спенсера. Мне только что доложили, что Raccoon City стерт с лица земли. Американцы наконец-то перешли от слов к делу. Надеюсь, они оценят иронию того, что военная машина, предназначена для защиты от внешнего врага, теперь убивает их собственный народ. Хотя опасность распространения вируса
Тая была весьма велика. Не думаю, что американцы так легко простят своему правительству гибель более 100 тысяч собственного населения. Если правда об этом когда-нибудь увидит свет. Нынешняя администрация потеряет всяческую поддержку. Не думаю, что президент этого хочет. Даже ребенку ясно. Они обрушатся на Амбреллу всей своей мощи. Чтобы скрыть собственные ошибки и глупость, обвинят Амбреллу в уничтожении Ракун-Сити. Похоже, Амбрелла разделит судьбу города. Хотя, возможно, в меньшей степени. Амбрелла была всего лишь инструментом для изучения вируса предок. Даже без этого инструмента исследования продолжатся. Пострадает только низшая часть сотрудников Амбрелла. Если секреты исследований, связанные с вирусом предок, будут защищены, я всегда смогу начать сначала. Я уже сделал все приготовления для этого. Научный центр в Африке остается тайной, а именно там производится вирус предок. Чего мы смогли добиться только в конце 80-х. Лишь горстка людей в компании вообще знает о существовании африканского центра, благодаря тщательному контролю за распространение информации. Из Африки в другие центры переводится лишь минимум персонала, и за ними всегда тщательно наблюдали. Директор Бейли не покидал африканский центр почти 30 лет. И даже это было предосторожностью на нынешний случай. Все, что осталось, закрыть центр, и все пойдет по плану. Как только центра не станет, все его связи с Амбреллой исчезнут вместе с ним. Останется лишь разобраться с обладателями допуска 10 уровня. Только они знают о существовании африканской лаборатории. Всех остальных к тому времени уберут. Мои секреты будут надежно защищены. Если закапываешь сокровища, глупо оставлять карту. В блокнот выложен печатный лист. Лист с доступом к коммерческой тайне. Допуск 10. Озвел С. Мертв. Хеннинг в заключении. Масаки мертв. Дженни мертв. Карлос найден, допрошен, уничтожен. Брэндон мертв, Фрэнк мертв, Изабелла мертва, Грег мертв, Ли мертв, Майкл мертв, Итан мертв. А, ну и все. Я думал, там сейчас еще 8, 10 и так далее списки пойдут, но нет. Ну да ладно. Еще бумажка. Счет по проекту Б. 28 августа 1998 года. Подтвердилась информация, что инцидент в Арклейском научном центре при Ракун-Сити был следствием действия подобного проекта Б номер 013. Далее именуется Альберт. Гибель объекта в ходе инцидента делает получение дальнейшей информации невозможной. Смерть Альберта подтверждена информационным отделом. Смерть Альберта снизила текущий уровень успеха проекта В до 18%. Выборка потенциальных объектов для проекта существенно снижена. Эта проблема нуждается в немедленном решении. Сложившаяся ситуация ставит под угрозу успех проекта в целом. В силу отсутствия списка приемлемых объектов для восполнения недавних потерь, рекомендую начать отбор из числа отсеянных кандидатов. После этого можно будет осуществить все корректировки с целью восстановления уровня успеха в 93% непосредственно перед смертью Альберта. Информационный отдел Umbrella Алекс В. Не та ли это Алекс? Странно. А, я думал, это лифт. Это не лифт. За соломки. Че, нам все бесишься? Ураборос. Переросток. Так, патрончики бери. Что еще тут есть? Бумажка какая-то. О, сначала вот это. Бери. Окей. Все управление вроде в порядке, но я с ним ничего сделать не могу. Вот бери. Ясно. Так, траву нельзя оставлять. Так ладно, давайте, вон там бумажка висит. Тонко намекающая, что нам нужно подойти и ее немножко взять. Лазерный спутниковый целеуказатель. Спутниковый лазер Шанго приводится в действие с помощью лазерного целеуказателя, отправляющего координаты цели на спутник. Затем спутник может выпустить узконаправленный лазерный луч по цели с точностью до нескольких сантиметров. Процесс наведения. Наведите ЛЦУ на цель,
чтобы передать ее координаты на спутник. Как только цель будет захвачена, координаты будут переданы. Во время передачи в прицеле появится красное кольцо прицела. Примечание. Или искусственный интеллект датчик цель указателя определит, что цель вышла из прицела, передача координат будет прервана. Когда в прицеле появится слово захват, это означает, что успешная передача координат. Нажатие спуск, после этого активирует лазер. Лазерные пушки не требуются некоторое время на перезарядку перед следующим выстрелом. Спутниковый лазер. Это наш шанс. Устройство наведения на крыше. Быстрее, время уходит. Ну, значит, идем сюда. Я опять карту забыл. Что же я за человек-то такой? Карта должна биться мне, что я все время ее забываю. Вот карта, все. Так, винтовочный. Места вообще нет. Офигеть можно. Падает еще. Да ты сдохнешь вообще. Сюда! Я нашла систему спутникового наведения. Ну, молодец. Ты что такое бронированная хрень? Или надо уже по этой стрелять? Давайте возьмем, попробуем. Так, он стреляет какой-то хренью. Так, Шева. Аккуратней. Ой-ой-ой. А, центральный такой. Да что ж такое? Да что ж ты навелся бы пока? Я буду с этой штукой, в общем, бегать. Так, ну конечно. А нос еще выросло. Уже 4. Че сверху? Так, заряжайся давай, штуковина. И не надо так пиликать, чтоб тебя. Ах, черт. У тебя их еще? Че, у тебя 3 их? Ты че, издеваешься? Я ж тебе по 2 попал. Монстр, не надо читерить. Короче.
Так. Бери траву. И траву бери. Так, Ауцу должен был зарядиться. Ох, черт. Ну, благо эти штуки к нам трав дали. Сколько у тебя их еще? Один остался, да? Так, ну один, я думаю, стоит уже так добивать. И взыс, тварь. Так. А, ты уже набрала максимум? Короче, держи гранату. Я сейчас зачем я спрыгнул? Так, ЛЦУ. Да серьезно что? Так, сколько здесь еще раз? А где остальные? И что, несколько что ли сбил? Да ты козел. Так что? А. В шеву это все дело уже не лезет. Да ты хватит уже в меня плеваться. Жуками всяким стоит, плюется. Че, еще живой, что ли? Да давай, спутник, заряжайся. Может быть, еще раз успеем жахнуть по этой штуке. Нет, штука не прятаться. Черт, штука спряталась. Самый последний момент. Да ну что ты делаешь? Ешный момент уклонения. Так, срезаем один. Ну кто, куда ты на меня, Ураборс, плюешься? Дебил, что ли, совсем? Так. Неудачник. Ты что-то меня бесишь, знаешь ли. Так, минус лазер. О, минус рука. Так, ну эта штука долго держится, поэтому один раз сейчас шарахнуть успеем по этой штуке. Да, вот на этом у нас такая вот коротенькая глава. Всего 7 врагов, ёбан, офигеть. Как целый же он. Ну, на этом я благодарю вас за внимание. Покончили мы с этой гигантской пропоросиной. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч. В следующих сериях.